Вот такую вот забавную фигню я сделал. Отвлечение от проблем, да и в принципе, наверное, весело. Пишите в комментариях, может быть, хотите что-то еще подобное, пока у меня не особо времени на нормальные работы. Но я кое-что готовлю. Сейчас будет отрывок. Выйдет скоро, опять же, все еще только готовится, поэтому я не знаю, когда точно выйдет. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что надо. Все.